Добрый день, с вами Лена Стоянович. Сегодня у нас с вами распаковка. 4 посылки мне пришли. Я сейчас их распакую и все-все вам покажу. Я все распаковала, смотрите, что мне пришло. Первое, то, что я очень ждала, это силиконовый коврик, но белый. Первое, что я очень ждала, это силиконовый коврик, но белый. Посмотрите, какой он классный. Абсолютно такой же, как мой, вот этот цвет фуксии, только беленький. Так что теперь буду с ним видео делать. Я не понимаю, вот как работает наша Почта России. Трек сначала был отслеживаем, где-то во Внуково он прибыл. Там перестал быть отслеживаем, хотя весь трек-номер должен быть отслежен. И пришел у меня сегодня неожиданно, скажем так. Так, то, что мне пришло еще. Я думаю, сейчас покажу вам. Это лаки для стемпинга. Посмотрите, какие они. Здесь заявлено. По-моему, здесь должно быть 5 мл. 6 мл здесь, смотрите. Я взяла все шиммерные цвета. У продавца большая коллекция. Каждый из них был упакован отдельно вот в такую пупырчатую пленочку. Мы сейчас их поближе все рассмотрим цвета. Но обязательно сделаем тестирование. Синий шиммерный цвет. Но вот пока, если честно, не пойму. Бутылочки вроде полные. Вроде густые. И жидковаты. Надо будет пробовать. Вот такой вот оранжевый. Он мне, знаете, напоминает Бон Бритиш шиммерный мой. Чем-то. Запах такой лака прям. Вот это, кстати, гуще, мне кажется. И цена у них, по-моему, рублей 50 или 60. Цвет красивый. Я надеюсь, что он также красиво будет смотреться на стемпинге. Кисточки обычные, посмотрите. Я бы сказала, даже такие тоненькие. Но вот если взять с Николь Дарри, да, она тоньше. Палитра там огромная, я решила их попробовать. Если они окажутся хорошими, то закажу еще другие цвета. Золотой. Такой вот цвет. Но надо будет все пробовать. В бутылочках, кстати, вот по горлышку прям налито. Мы все попробуем обязательно в следующем видео. Я вот брала вот шиммерные цвета. Единственное, что вот этот прям красным смотрелся. Сейчас я даже достану Бон Брити. Да, вот он в один с Бон Брити, вот с этим. Но на фото продавца он смотрелся прям красным-красным. Ну, надеюсь, что он, возможно, работает, будет лучше, чем Бон Брити. Дальше. То, что я заказывала у продавца Кац. Тяжело. Это пластина. Это пластина 023 цвет. Не цвет, а номер. Здесь есть подложечка. Пластина эта, я скажу вам, что не сказать, что дешевая. Она стоит 160 или 170 рублей. Но здесь, смотрите, достаточно большие рисуночки. Ну да, они как раз в типсу. Мне очень понравился вот этот рисуночек. Вот этот и вот эти вот ромашки. Ну, прям вообще супер. Я решила их попробовать. Заказать себе такую пластину. Мы попробуем обязательно. Так, и то, что пришло еще. Вдогонку просто к этому взяла, попробовала КАЗ 33С. У меня от другого продавца должен идти 92L, но пока еще не пришел. Это, смотрите, цвет такой вот голубой. Ну, кстати, я не знаю, вам видно, нет. По-моему, его здесь не до конца он налит. Мы сейчас попробуем. Смотрите, вот здесь вообще чуть-чуть. Его реально здесь чуть-чуть. Вот по поводу этого
лака я 100% буду открывать пор, потому что его здесь на дне. Хотя это официальный продавец КАЦ. Но раз на раз не приходится. Здесь заявлено как 7 мл, но 7 мл здесь, соответственно, нет. Вот цвет красивый. И то, что я заказывала в магазине Fabian. Да, у них всегда приходят такие вот открыточки, поставьте на 5 звезд. Уже не первый раз делают заказ в этом магазине. Приходит у них обычно вот такой один подарочек, всегда кладут. Я заказывала, во-первых, кисть для градиента, просто там самая такая была цена. Мы ее, конечно, с вами попробуем, но как-то выглядит она не так, как у на фото продавца. Я заказала вообще попробовать ее, просто я не была уверена, что вообще, но фотографии у нас уже отличаются от того, что нам приходит. И насколько она мне понравится. А там была самая такая, по-моему, адекватная цена. И штампик. Еще один штампик. У Фабиана тоже на этот штампик. Он был такая адекватная цена. Я уже точно знаю, что можно заказывать недорогие штампики. И они вполне приличные приходят. Вот такая вот скребочек. И сам штампик. Еще и не откроешь его. Боже мой. Тяжело открывать. Но это, наверное, хорошо, что он тяжело открывается. Очень хорошо здесь подушечка сама сидит. Прям как влитая. Я бы сказала, прям замечательно. Посмотрите. Ну, должно быть очень хорошо видно. Если он работает, вообще отлично. Удобно достаточно держать. Надо будет проверить его. Мы обязательно проверим. Вот такие вот посылочки были. Еще, соответственно, коврик. Вот коврик очень классный. Я когда себе заказывала тот цветофуксия коврик, я выбирала очень долго цвет и решила, что вот хочу какой-нибудь яркий. На тот момент я не думала, что я буду снимать видео. А сейчас решила, что для видео надо все-таки менять картинку. И заказала себе еще один цвет. Еще неплохо там смотрится черным. Может быть, еще черности для видео скажу. Посмотрим. Вот такие мои покупочки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно комментируйте мое видео. До новых встреч!